Неполадки связи со Славиком. Сейчас, надеюсь, он вернется. Ну что, адское пламя. Господи, сколько можно идти? А давайте умрем. Не дали. Так, как его убивать, я не помню. Да, стойте на месте. Ну, иди сюда. Так, ты что делаешь? Сначала руки бей, а когда будет нагибаться, бей по бороде. А, ладно, сначала будем от него убегать. Куда полетел? У него нету бороды. Ну, эхо, видимо, потому что здесь два микрофона как бы сейчас находятся. Микрофон один. Уже один? Ну, так он на мне висит, микрофон. А, мне жизни не дают. Вот, давай, давай, давай. Окей. Первый удар поняли. Так, ты куда поехал? Молодой человек, я вас не знаю. Слава, ты ушел куда-то, что ли? Неполадки связи. Так, одна рука кирдык. Так, Славик. Где наш Славик? Ну ладно, добавить. Занято. Ну ладно, надеюсь, он присоединится, конечно. Все-таки конец игры. Так, вторая рука. У тебя такие же атаки, надеюсь. Ах ты, шлепалка. Пощечина. Ай-тя-тя-тя-тя, что за кодочка бегает? Ай-тя-тя-тя-тя. Забодаю, забодаю.
Отвали. Ах ты. Ах ты ж, ё-моё. Ня-ня-ня. Что за выражение, уважаемый? Не надоело? Вообще не надоело. Ну не надо его, пожалуйста. Танцуешь? Сколько этапов ты в этой руки? Не знаю. Ничего не, не знаю. О, жиськи. Так, ну что, руки закончились. Появят остальные части тела, да? Да. Ах ты ж. Положи назад, где взял. Брось каку. Так и стяпает сейчас тебя. Не дадимся. Слава пишет, чья юбку стелести. Что? А? Славик в чате? Славик-то в чате. Славик, почему ты не в скайпе? Брось каку! Хызы. Ну так зайди, Славик. Будь человеком. Выкинула, говорит его. Вот так зайди, господи. Я просрал свои жизни. Славик, а ну-ка, ну-ка. Славик явился. Славик. Чего? Да. Чего? Видишь, да? Босса не пройти без тебя. А? Чего уперся, босса не пройти без тебя? Да, босс-то легкий вообще. Не, он легкий, я согласен. Он сам этих убивает. Да. Союзник. А, вот ты уже со второй формы начал, так что. Угу. Все хорошо. Сейчас тебя тяп за задницу и все. Так вот мне не нравится, что он меня лапает. Смотри, шапку. Оп. Ща опустим. Я не попадаю. Один раз попал. А здесь только один раз и можно. Осторожно, тут шипы. Да. Эх, Славик, Славик. Что бы я без тебя делал? Умер. Вот именно.
А, он бороду выключил свою. Лучше бороду бей, чем эту штуку. Понятно. Ну до бороды еще надо этих. О, все. Круто. Или нет? Да. А теперь рефайты со всеми боссами. А я не против, мне боссы нравятся здесь. Они прикольные. А какие тут боссы-то были? Не знаю, только этот дедок. Ладно, смотрим красивый мультик. Так, Алиса очнулась в костюме Алисы, не в психушке. Над ней что-то висело. Это был камень зла. Опа. У нее диктофон спрятан. Сам придурок. Последний ключ. Давай, с ноги его. С ноги! Джеки Чан. Давай, будь мужиком, Алиса. А там поезд едет. Надеюсь. Так, а как она сменила костюмчик? Примем переоделась. Еее, да, молодца. Круто. Алиса, ты мужик. Ты знаешь об этом? Да не, она не мужик. Но яйца у нее есть. Ну что у нас? Мир волшебный. Ничего не изменилось. Так, теперь ладно. Тебе надо дойти. Да куда ж? А зачем мне шкала жизни? При этом я не могу атаковать никого. Я не могу бегать. Это по приколу, что у тебя последняя жизнь осталась. Ты сейчас должен дойти до самого конца, и там будет сюрприз. Сюрприз. Почему она не бежит? Это медленно. Потому что это город, считай, это реальность. Так что она в реальности не бегала. Тебе не сюда. Видишь, тебе этот целый мир надо сейчас пробежать. Может, еще всем зубы вставить? Да, тебе надо обратно всем детям зубы вставить. Алла, тут все. Давай, я хочу послушать финальную музыку, что там тебе играет. Да, давай. Музыка вообще очень хорошая в игре. О, японцы, китайцы или кто там? Калмыки. Азиаты. Да. Кто-то написал игру. О, привет, Кенга, ты успел на концерт. Здорово, Кенга. А мы игру прошли. Да? Да. Конец тупой. Но он мой. Конец игры. Все равно тупой. Он не должен быть острый. О, давай следующую игру в стрим. Сейчас подумаем, что делать еще будем. Стримить. Сколько времени? Время еще 10. О, еще 10 нету. Я не знаю еще. Пока. Ну пока. Ну сейчас титры пройдут, решим. Всем спокойной ночи. Спокойной ночи как-то рановато. Рановато. Вата, вата. Вата? Вата, 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 вата. Ярук Зюй, Зю. Вот Неформалекс пишет Бостон Гоблинс. Сейчас.
DuckTales. А, DuckTales, пожалуйста, это быстро очень, к сожалению, игра. Это игра-то на 15 минут. DuckTales неинтересно. Ее сколько раз уже видели. Ну, еще да. Варианты. Может, еще на двоих предложите? На ПК просят. А, там игра на одного, и она тоже такая быстренькая. Там за часик управиться можно. На двоих сыграете что-нибудь. Так вот я и говорю, предложите что-то на двоих. Только давайте вот без Чипа Дейла, который уже видели по сотни раз. Том и Джерри. На двоих? А я не знаю, вроде когда-то из них где-то есть на двоих. По-моему, нет. Чтобы мышь с котом бегал вместе? Контра Hard Corps. А вот, Анька пишет, что на Сеге на двоих. Да? Да. Ну, сейчас глянем что-то. Посмотрим, что будет. Блин, после титров что-нибудь будет, а? Нет, не будет, но титры мы досмотрим до конца. Ой, да ну нафиг, да? Ну ты лечайся, я. Не слайк. Отрабатывай. Бесплатный хлеб. Где ж ты видел бесплатный хлеб? Если бы он был бесплатным, его не пришлось бы отрабатывать. Что-то ты темнишь. Мы же должны знать этих героев, которые создали такую замечательную игру. Какую игру? А во что мы играли? И вправду. Че это было? Какой-то Танквей Джун. Джейк Волл. Юнхуя. Так, народ, одна загвоздка. Про сигареты закончились. Фейхуан. Фейхуан? И Регина Стюарт. Это такой фрукт. Актеры движений. Алисы. Анна Свансов. Анна Свенсон. Свенсон. Слушай, мне интересно мне глянуть, как он такие движения делал, особенно когда с мячом она херачит. Анна Свенсон. Запомним. И глянем. Смотри, одни америкосы уже пошли. Ни одного. А нет. Огромное спасибо всем нашим друзьям и семьям, кто помогал нам сделать эту игру. Целыми семьями делали уже. Китайской страной. КНР. Шведскими семьями. Нью-Йорк стайл стик and бургер. Бургер Кинг делал игру. Да-да-да. Так, дети, родившиеся за время игры. И только китайцы, обратили внимание. Это только за время прохождения твоей игры. За время прохождения моей игры родилось больше. Ну, кто знает, в Китае может столько. Всего 4 человека. Да ужас как. За, ну, 13 часов игры где-то, я так понимаю. О, Неформаликс правильно пишет. I wanna be the boss, играй. Она на одного. Да. А вы по очереди. После каждой смерти меняйтесь. Не, это уже было. Что-то такое более или менее интересное. Вдвоих. Сейчас совсем в голову ничего не лезет. Тебе же сказали уже это. Боши? Бла-бла-бла, я не играю. Том и Джерри. Том и Джерри? Сейчас глянем, что такое Том и Джерри. Глянь, давай, вырубай это уже. Нет, нет, ну титры мы досмотрим, Славик. Ну как же так? Ну Ира просит в какой-нибудь квестик поиграй. Квестик? Значит, что-то на двоих. Нас же двое тут сидит. Вдвоем разгадывайте квестики. Electronic Arts Россия.
Раша. Сия. Андрей Яковлев, Александр Кожевников. Кожевников, еп, конский бог. Акеский кто такой? Польша, я их не прочитаю. Томас Ярзебовский. Томас Кинг. Вот это замечательно. Господи, что вы так много делали-то все, а? Давайте быстрее уже. Давайте, можем пролистать как-то. Быстрее. Фредерик. Скандинавия, а? Слушай, это напоминает, знаешь, как на этих, блин, на Олимпийских играх, когда идет представление каждой стороны. Это так долго. Нидерланды. Это самое лютое сейчас в Олимпийских играх. Ferry Brands. Маркетинг. Теперь у нас Electronic Arts представляет Швейцарию. Один человек. Маркетинг Кристоф Эхрензеллер, блин. Electronic Arts, Республика Чешская и Словакия. Чехословакия по-русски. Пари Дилманхайх Нюхнюхах. Нет, ты лучше я это... Я все имена прочитаю. Связь с общественностью прочитай. О боже. Electronic Arts Венгрия. Фарид Дилмагани. Это все, кто Тамас придумал вот эту психотечку. Да. Раш Чапа. Италия. Карц Италия. Да, мы посмотрели 1/8 титров, кстати, да. Ну так, Сильвер написал. Фабио Серутти. Да, он любил Серутти делать, пока играл. Так, Люсия Стелла Боскарато и Дарио Корма. Корна, попкорна. Азиатско-тихоокеанский Electronic Arts. Ужас. Джастин Оливейр, Спол, Хсу, Хана Джу, Диана Тан, Таско Нагатони, Мьеко Накаджима, Кеннес Чоу, Керри Мэри Лес, Айко Худхуэна, Лим Йонг Чун, Ральф Спинкс, Рахана Хасим. Знакомая. Electronic Arts, Германия. Джорик Брэнди. Джордж. Это не Джордж. Это не Джордж? Он Джорг. Джорг. Джорги. О, вот теперь твой любимый человек. Electronic Arts, Испания. Я. Дэниел Монтес. Дэниел. Хорошо. Yes. Что, блин, по-испански Дэниел? Эра Паласиос. Чего? Эра Дворцов, блин. Квадратики это, наверное, Люсаро Ферн... А, это... А, Лосаро Фернандес. Блин, а там У подходит лучше. Блин, что за квадратики? Ну, это с апострофом, с анграмом. Колин Блэквуд и Джуди Ван Хиб. А, теперь благодарности. И теперь каждой стране. По отдельной графе. О, кстати, Streets of Rage. Streets of Rage? Это что было? Да я умер. Это Streets of Rage, это какая часть? Третий Streets of Rage, а Streets of Rage Remake. SOR. Короче, сокращенно, если искать по названию. Она на двоих. Она на ПК, да, выходила? Да. Ты знаешь ее? А я сейчас я может быть даже могу скинуть вам сразу. Да? Ну скинь. Ну не прямо сейчас, пусть зайдет. Контроль качества, куда же без него. Компьютер.
Пам-па-па-па-па-пам. Слушайте, может и вправду пропустим нахер? Че, че говорят, да? Да, народ, и вправду пропустим, проголосуют, давайте. Да все запишут уже. Да? Да вообще. А вот Сильвер нет. Ну вот, Сильвер, ради тебя мы будем смотреть. Ну вот, и Аня пишет до конца. Вот, Аня, Сильвер была. Давайте сначала я пропустил. Простите. Не умирай. Не дождешься. Нет. Не дождусь. Так, народ, мы перерыв минут на 15 сделаем. Да, я пойду поем. Я серьезно. Я тоже. Ну ты сейчас уже что-то жуешь. А это жвачка. Выплюнь каку. Вечно берешь что-то в рот. Жвачки всякие. А, точно, ха-ха. Костюмы откроются, у тебя неформалекс пишет. Сейчас? В конце тизера. Ну, давайте посмотрим, во что она была одета. В трусы. Игровая лаборатория. А, лаборатории. Я не поместилась. Ну, ты долго читал это слово. Но как оно появлялось, я так и читал. Такой вот букву «Я» я от себя добавил. Команда локализации. Команда локализации. Все хорошо, чё-то очкуешь-то вообще. Очкуй. Да я тут не очкую, мне хорошо. Чубайс. Настя, команда переадресации. Канализации. Канализации. Они, им же должна быть хоть какая-то благодарность, что они все это терпели. Ну да. Выгребали все это на свет Божий, чтобы мы могли это увидеть. Фернандо Сан Николас. Он такой Николас. Класс Николас. Что-то, мне кажется, уже эти пошли повтор. Не-не-не, точно не повтор. А, черт возьми, блин, что это? Это титры. Все еще. Я думаю, можно на 15 минут. На 15 минут перерыв-то посходить, титры еще не закончатся. Какая-то тишина будет тогда, как-то не то. Как будто знаешь, там за упокой ждем. Блейд 3D. Ирис. Это теперь они следующую игру, короче, рекламируют. Блейд создала, короче. Все такое. Думаешь? Ну да, видишь, Blade 3D, это другая игра. Shiva West. Shiva West. Колстер, художник. Тейдж. West Coast. East Coast. Я что-то не понимаю. Дайте мне уже костюмы, а? Дайте. Нажми просто уже Б, и все. Б. Поможет Б. Да, нажми главное и все. Б. На букву Б и Э. Нажми две кнопки сразу и все. На клавиатуре. Не, жму не помогает. Да врешь ты, все, все помогает. Честно жму. Честно. Вот сегодня у меня есть свидетель. Я вправду. Он жмет Б. Конечно. А какую Б? Русскую? Русскую. Б. Э. Б.
Любая, все равно не помогает. Господи, Fly Films. Буква Б английская, буква G английская, F английская, N английская и M английская. B, G. B, G, F, N, M. B, G, F, N, M. Ничего не помогает. Что, даже и пать не помогает? Даже не помогает. Да, ты в конце, походу, действительно получишь ачивку, титры. Хоть что-то. The Monk. Так, Studio. Короче, я пошел есть. Ты далеко не убегай только. А? Далеко не убегай. Ну, я в соседней комнате. Ты в комнате ешь? Значит, ты игру смотришь на кухне, а ешь в комнате, да? Ну, а чё там наоборот? Странный ты какой-то. Так он же кидал магнит на холодильник. Тоже странно. Лёжа в кровати, на кухне. Так, всё, пойду поем. Ты будь на связи. На связи. Член. И всё. Блин. Ну все, придется с Ильи заново играть, что могу сказать. Он все испортил. За 2 часа прошел. Нормально. Конечно, не нормально, там игра-то все-таки минут на 40 должно было идти. Остатки были. Или 2 было где-то, час 40. Ну, час 40 хотя бы. И минут 40 я играл. Раза в 3 дольше. Господи, титры. О, тут пишет Сильвер, надо отдельный стрим под титры. Это точно. Ань, ты точно хочешь титры смотреть? А ну как... Давайте проголосуем еще раз. Кто хочет смотреть титры? Давайте голосуем. Но если хоть один кто-то хочет, то тогда смотрим. Тебя спрашивают, ты какой уровень титров прошел? Это 4-й, я думаю, из 8. Ну вот, Сильвер хочет смотреть. Смотрим, значит. Смотрим титры. Сильвер, может там твое имя есть? Ты так яро защищаешь их. Может, ты что-то создал? Может, это были твои приколы, куда мне в куклу заходить или еще что-то? В качестве создателя, да? Да, создателя. Ты создал куклу с дыркой в одном месте, куда мне надо было проходить. Это же ты придумал, сознайся. О, вирус, студио. Да, он пишет, это все он. Ну, я так и знал, кто же еще мог это придумать? Только ты. О, боже мой, я уже 20 раз в магазин сбегал бы. И купил так недостающих мне сигарет. А опять контроль качества. Я думаю, сейчас прервемся на перерыв-то чуток. Конечно, прервемся, без сигарет играть не могу. Это точно. А потом еще душ. Ванная. Смотритель, здорово. Здорово, смотритель. Как ты вовремя-то, а? Прям на титры успел. Ну ты не расстраивайся, сейчас что-то еще будет. Обязательно. Так что, народ, 100% не разбегаемся. Обязательно что-то будет. Но перерыв нужен... Мне точно, без него никак. А вот и... Конец! В смысле игры.
О боже мой. All right, reserved. Ну, обычно это все. Да, вот не скажи. О, да даже Epic Games. Тут все засветились, по-моему. Полмира тут. Все что-то делают. О, уже картинки пошли. Нихера себе. Данные, программные, продукты. Сейчас еще картинки посмотрим. Включает в себя... Тра-та-та-та-та-та. Все права защищены, тра-та-та-та-та-та, являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании, тра-та-та-та-та, и его дочерних и или филиалов США, и или других странах. Bing Video использует что-то там. Перевод на русский язык выполнен командой Zog Team. Кстати, им отдельное спасибо. Если бы не русский язык, мы бы вообще нифига не поняли сюжет игры. Вот. Все. Аллилуйя. Ну, где мои костюмы? Дайте мне костюмы. Я прошел всего на 89% общий прогресс. Это мало. Это пипец как мало. То есть ты что-то не собирал, получается? Ну я не... я старался, но все у меня не получилось. Так, выбор головы. Что мне предлагают? Владение шляпника, кабанчевый голуби. Так, как-то громко получается. Так, вот точка следующая. Я слепой. Все. В раздел снаряжения зайди. Снаряжение? Да, тут советуют. Вот. Где? Может, доп. Материалы? Хотя, хрен его знает. Лёля, ты это ниже. Ниже, назад, наверное. Персонажи. А у меня не все персонажи открыты. Как же так? Муха-болтуха. А, болтамуха. Назад. Назад. Ну и где здесь? Вот это играть American... А, вот, ниже, снаряжение. Над кнопкой назад. Ах ты ж, господи! Платье. И ничего нету. А нет, есть. Да. О боже! Неужто я был гусеницей? Чеширский кот. Шах и мат. Делай спорти. Кролик. Шляпник. Слушайте, я должен поиграть кроликом немножко. Всего пару. О, кукольный домик сюда подходить. Сейчас немножко побегаю кроликом. Это ж прям плейбой какой-то. Все прикольно, Алиса. Кроличьи лапки на счастье. Ну, разлетается все равно в бабочках. Нифига себе. А смотрите, здоровье полное. Все есть. Ну что, замечательно? Так. Ну что, главное меню. Возвращаемся. Ну что, всем спасибо, кто смотрели этот стрим. Далеко не разбегаемся. Игра была замечательная. Куда-то меня он опять грузит. Опять не туда. Спасибо Славику, что сидел со мной. Спасибо Вальтрашу, что тоже сидел со мной. Я проиграл всего
12.5 часов. Ну что, выходим из игры. Далеко не разбегаемся, минут через 15. Да, скоро вернемся. Минут через 15 где-то что-то еще будет. Так что все наперекур.